Дорогие друзья, представляем вам один из самых удобных и экономичных сайтов по поиску и покупке авиабилетов, а также бронированию отелей. Если вы хотите хорошо отдохнуть и при этом не переплачивать, добро пожаловать на сайт. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вечер вторника. Я уже запуталась в днях, потому что постоянно офис-работа. И сегодня мы с Айханом выбрались в новый ресторан. Ресторан похож на всем известный Табук Дунеси. В общем, в центре Алании открылось очень-очень много похожих ресторанов. Кто захочет, сюда придет. Цены такие же, 18, 19, 20 лир за блюдо. В общем, мы пришли в новое место, решили попробовать, насколько здесь вкусная курица. Сейчас я вам покажу, как выглядит их блюдо. В Алании очень стало популярным открывать подобного рода рестораны, где подают на вот таких вот продолговатых тарелках курицу, макароны и салат. Видите, в этом ресторане отличие от другого ресторана, то что здесь макароны в виде, ну, похожи на спагетти, это, конечно, не спагетти, но похожи на спагетти. А вот и Айхан. Айхан, как дела у тебя? Нормально. Устал? Много работы? Да. В общем, заработались мы, пришли в новое местечко, сейчас будем пробовать. Санмера кадермас он насыл газельмы? Чинку макарна, чок фарклабак, бурда макарна. Ага. Здесь другие макароны и подают здесь еще вот такой вот какой-то соус. Насачиваешься, да? А, йог. Похоже на аджику. Бабурная? И что-то... Эзме. Ага. Похоже на аджику. А здесь какой-то соус с йогуртом. Сейчас я вам покажу, как здесь готовят блюда. Вы можете подойти и посмотреть, как готовят ваши блюда. Я не знаю, какое блюдо здесь мое. Наверное, наши еще не начали готовить. В общем, таким образом. Перчик, курочку вот так вот готовят. Ой, как бы я хотела научиться готовить так же дома. Ой, жарко. Даже, видите, устроит вам небольшое шоу. Пока готовят нашу курочку, я хочу вам показать, что же происходит в центре Алании. Сегодня, когда я шла по делам часа в три, было очень много народу, было очень много иностранцев. В общем, толпы иностранцев ходили в футболках, в шортах, наверное, на шопинг. В общем, сейчас я нахожусь в центре, народу не так много. Думаю, что многие в отелях. Вот сзади меня в кафешках, вы видите, народ сидит, отдыхает. Многие также спрашивают про скидки, бывают ли скидки летом. Вот вы видите, во многих магазинах в центре бывают скидки. Ну и, конечно же, в сетевых магазинах обычно бывают скидки или, как я уже говорила, отдельные даже этажи, куда можно прийти, и там бывают остатки с предыдущих сезонов, остатки одежды по скидке продают. Здесь такие обычные магазины, качество здесь, конечно, не очень, но для пляжа, например, можно купить вот шортики по 19 лир, даже какие-то футболки по 9 лир суперменов. Вот видите, народ, иностранцы гуляют, отдыхают. Так, для тех, кто хотел курс, специально показываю вам курс рубля 0,606 доллар. Доллар 4, евро 4,90. В общем, курс упал. Привезли какую-то табеллу интересную. Алания, яд лиманы. А, с этого самого, с яхт, с пристани для яхт. Сейчас на улице очень комфортно, спокойно можно прогуливаться в футболке. Ну, я, конечно, в пиджаке, потому что сидела в офисе, я замерзла. А вот и улица. Друзья, кто хочет прийти к нам в гости, в офис, вот вы видите магазин «Роман».
магазин Рома вот в той стороне. И поворачиваетесь. Доходите до следующего квартала. И в конце этого квартала находится магазин Green Body. И прямо рядом с магазином Green Body находится наш офис. Что вам еще рассказать про Аланию? Сегодня было жарко. Сегодня у нас, кстати, 25 число. Вот вы видите тоже скидки в магазине Mavi. В общем, друзья, когда приезжаете в Турцию, обязательно торгуйтесь. Ну, а я сейчас возвращаюсь уже обратно. Вот так вот ребята убирают мусор. Возвращаюсь обратно в нашу кафешку. И с нетерпением буду пробовать новое блюдо. Потому что многие знают, что я не готовлю, не люблю готовить очень редко. Нет, вчера я готовила, вру. Вчера я делала пюрешку с сосисками. Даже не сосиски, а татарские колбаски, которые привезла Милана и Оксана. Привет вам, спасибо большое за колбаски. Милана и Оксана, огромное спасибо вам за татарские колбаски и колбасу. Всем офисом ели, всем понравилось. Айхан еще вечером ел. Я приготовила салат, картошечку, пюре. Было очень вкусно. Но, как я сказала, я сейчас возвращаюсь обратно в нашу кафешку. И будем пробовать наши блюда. С нетерпением я жду этого. Нам принесли наши блюда. Айхану очень нравятся вот эти макароны в другом ресторане. Ну, в общем, посмотрим, какие они на вкус в этом ресторане. Выглядит довольно аппетитно, но все однотипно, так же, как и в другом ресторане. В общем, сейчас будем пробовать. Айхан, попробуй. Вкусно или невкусно? Вкусно, очень. Вкусная курица? Вкусно. А макароны? Вкусно. Вкусно? А соус? Беленький соус, бияс соус. Бияс соус, бакман. Вкусно? В общем, мне тоже понравилось. Все, кроме макарон. Мне макароны не понравились, понравилась очень курочка. И особенно вот этот соус, как аджика. Все, мы поели. Поели и счастливо идем тратить деньги на шопинг. Конечно же, вы знаете, что я не люблю шопинг, друзья. Поэтому мы пришли в ближайший магазин посмотреть, что тут есть, и быстро-быстро убежать домой отдыхать. В общем, мы с Айханом покушали, решили зайти в магазин, в который мы не хотели идти. И представляете, встретили Джанат, которая работает и живет в Алании. Сколько уже? Около 8 лет. 8 лет. Поэтому приходите в магазин Памира. На русском языке она вам все расскажет. Помогу. Да, расскажет, покажет. В общем, классно, что встретились. Я всегда рада, когда подписчики подходят. Мне тоже очень приятно. Да. Поэтому, друзья, приходите, спрашивайте, узнавайте, вам расскажут про цены. В общем, без покупок не останетесь. Да. Вот так вот, друзья, мы встречаем с Айханом подписчиков везде в Алании, не только. Ну, а сейчас мы устали немножко, даже не немножко, очень. Уже время ближе к 9 вечера и отправляемся домой отдыхать. Да? Домой. Спрашивали, где мы покупаем воду. Вот мы покупаем вот эти вот 5-литровые бутыли. Сырма стоит 5 литров, лира 90 курушей. Либо вот такие вот маленькие бутылочки, иногда по 70 курушей. Кстати, эта вода местная, по-моему, производство Анталии.
Самая хорошая вода в Турции из Эскишехира и других районов, но точно не в Анталии. Друзья, также в магазине Shock и Beam можно приобрести нижнее белье. Кстати, это натуральный хлопок. Мужские майки и футболки по 5,45. Нижнее женское белье, нижнее мужское. Носочки и, например, вот такие вот колготки теплые зимние. Стоят они всего 6,95. Я очень часто здесь покупаю. И вот настоящие из бамбука. Айхана мы покупали, очень классные, 3,95, всего 3,95 носки. Поэтому заходите в магазин Shock Beam, здесь есть очень хорошее нижнее белье, 100% хлопок. А вот на таких машинах в Алании собирают мусор. Спасибо этим ребятам, которые чистят наш город. Мы купили еще зернышек нашему попугаю. Попугайчик у нас есть волнистый, классненький, умный. Не капризный, но такой умный, мелкий, но вредный. В общем, все делает только то, что ему хочется. А когда что-то не хочет делать, то начинает визжать. В общем, друзья, мы возвращаемся домой. Уже вечер. Видите, даже уже вечером на мопеде ехать. Я уже не в куртке, но в пиджачке в таком легком. И ехать приятный такой прохладный ветерок. В общем, классно. Мы с вами прощаемся на сегодня. Всем всего хорошего. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.